Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы начинаем благотворительный концерт, проводимый в надежде на скорейшее выздоровление Андрея Венцеровского, молодого одессита, которому сегодня исполняется 30 лет. В 2012 году врачи поставили Андрею модулярный рак щитовидной железы. На сегодняшний день для лечения необходимо более 12 тысяч долларов. Мы просим всех не оставаться равнодушными. Сегодня наш молодой коллектив «Доброго блага» представит вашему вниманию произведение из сокровищницы европейского музыкального искусства разных стран, эпох и жанров. Впрочем, все разнообразие представленных композиций объединяет безграничная любовь и вера в силу. Откроет концерт произведение Иоганна Себастьяна Баха, величайшего композитора всех времен и народов, творчество которого обозначило линию перехода от стиля позднего барокко к классицизму. Прозвучит номер из «Магнифика», произведение назначавшегося для службы в церкви. Альфа Сопрано, «Вера Респекс», в переводе означает «Что презрел», исполняет Клименко Дина за фотографом Стоян Бартан. Thank you.
энциклопедии, собранных в следующем номере. Джакомо Кариссимо, non plus spero, исполняет Третьяк Людмила, концертмейстер Радикова Юлия. Oh,
совершенствованием таких духовых инструментов, как кларнет, флейта, труба. Вольфганг Амадей Моцарт, минуэт дирижмента номер 17, исполняет Сида Михаил, Марушка Мария Давыдяна. Thank you.
сам индуктор. Исполняет Вальчук Виталий, концертмейстер Разенкова Юлия.
обратись.